Друзья, находимся в городе Валетта. Это у нас столица Мальты. Сейчас находимся в стороне, которая не является, скажем так, исторической, древней. Вот, типа современной, но несмотря на это, она тоже такая вся старая. И как я понимаю, здесь сейчас проходит съезд, потому что практически людей на улице мало. В принципе, машин тоже немного. Так, вроде нам в эту сторону надо было. Такое обычное явление, скажем так, на Мальте. Вот эти строительные мусорки. Очень много чего строится. И на улицах часто валяется мусор. Сегодня у нас жаркий день. Очень-очень даже жарко. Солнце так конкретно греет. Люди купаются, вышли на пляжи. Если можно назвать пляжами те места, которые здесь называют пляжами. Здесь в Мальте, на Мальте. Вот. Но движение идет. Остров отдыхает. Приезжающие сюда очень счастливы, особенно те, которые давным-давно уже никуда не приезжали, не выезжали. Вот те, которые чаще ездят и могут сравнивать, естественно, не так счастливы, потому что понимают, что здесь далеко не самые, скажем так, лучшие пляжи, лучшие места для отдыха и так далее. Но все равно здесь очень даже нормально, хорошо. Особенно хорошо здесь молодежи, потому что очень много студентов, студенток. Так, пойдем, вроде бы нам сюда надо. Так, сейчас мы выходим на набережную. Сейчас я вообще уже как бы должен выйти из этого города. Выхожу из этого города, если правильно иду, конечно. Так, куда же я пришел? А, все понятно, к этим памятникам пришел. Ну да. Все, в общем, друзья, вот в той стороне, вот эта вся правая сторона, и туда дальше, это у нас город Валетта лежит, столица Мальты. А в той стороне уже начинаются другие города. Слима, Сент-Джулиан, как они говорят. В общем, написано Сент-Джулианс, но этот S они как бы не говорят. Это вроде все остановились. Ох ты! Вот это да! Вот так вот и бывает. Я остановился и пошла возня. Тот сзади хоть не воткнулся в него. Но все нормально. Сейчас посмотрим, как разбегутся. Или не разбегутся. Ну да, кое-как немного пострадало, конечно. Полилось. Потом интересно, что это больше пострадало. Но главное, что люди, все нормально. Эй, варай! Варай, да? Чё ты лежал?
такие вот вещи случаются, что пойдем, я так думаю, что они собираются дожидаться этих страховых компаний и таких движений, потому что они разъезжаются. Вот. Ниже пойдем дальше. В общем, что тут сказать? Надо быть осторожным за рулем. Ну, слава богу, там никто не пострадал чуть-чуть. Девчонка руку свою пощупала. Вроде все нормально, видать. Немножко у нее удар, сотрясение маленькое произошло. В остальном все хорошо. Muchas gracias. Хотя здесь уже не грация. Здесь вообще по-мальтийски, я даже не знаю, как правильно говорить спасибо. Потому что все говорят на английском. Но единственная одна девчонка сказала, что правильно у них типа тоже грации говорить. Но грации тоже как-то странно. Сама девчонка полячка. Поэтому я не знаю, так это или нет. Возможно, это и так, потому что мальтийцы знают итальянский язык хорошо. Потому что здесь Италия недалеко, Сицилия. В первую очередь, и знает английский язык отлично, и все говорят на английском языке. Вот. Большое количество школ, вообще такая, это такая, как сказать, среди Англии, на среди земного моря, можно так вот сказать, про эту Мальту в своем роде. Так что, друзья, буду выключаться, экономить батарею. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на Мальте.